Да просто мы не видим проблему в том, что мы не можем забить. Ну, что мы, забили гол и все, и фу, сейчас как понеслось. Нет, конечно, мы видим проблему, что есть определенное выгорание. Здесь точка роста для ребят очень простая. Уметь вот в таких состояниях играть и выигрывать, и забивать, и не делать глупостей. Привет! Защитник Юты Михаил Сергачев забросил победную шайбу в овертайме матча против Монреаля. А еще он принял участие в стычке. То есть времени на все хватает. И это хорошо. Обмен в КХЛ. Нападающий Сибири Сергей Дубакин перебирается в Амур. В обратном направлении следует вратарь Дмитрий Лазебников. А Авангард уже в 6 очках от Металлурга при 3 матчах в запасе. Во вторник клубы встретились в Магнитогорске, и так сразу и не скажешь, какая команда в прошлом сезоне выиграла Кубок Гагарина, а какая в этом с трудом набирает очки. В том смысле, что оба коллектива выглядели ужасно. Это был совсем плохой хоккей. Но если про проблему омского клуба известно, и мы уже не раз про них говорили, то кризис магнитогорского клуба удивителен. Все в строю. Разин получил тех игроков, которых хотел. В клубе убрали даже Сергея Гамоляка, который, видимо, по мнению интриганов, был виноват во всех сложностях. А никаких изменений в лучшую сторону нет. Металлург играет плохо. Это если смотреть матчи команды. Если слушать Разина, то внезапно выясняется, что Металлург играет хорошо и есть лишь проблемы в реализации. Но дело, конечно, не в реализации. То ли у Разина пропала мотивация, то ли игроки от него устали, но видно, что между ним и хоккеистами нет никакого контакта. Все то, что придумывает тренер, не воплощается на льду, а сами игроки ничего выдумать не могут, так как им за это может достаться от тренеров. Печально, что молчит и Евгений Бирюков, сменивший Гамоляка. Он не предпринимает никаких попыток изменить ситуацию. За это время были лишь переподписаны Силантьев и Козлов, но они никуда бы и не делись, так как являются ограниченно свободными агентами. Нет никаких подвижек по обменам, по другой работе. Еще немного, и ситуация ухудшится. Да тут и генеральный директор Алексей Жлоба делает жизнь клуба трудней. И хотя это другая история, его вмешательства в хоккей могут обернуться катастрофой. Хантер Миска сыграл на 0 в матче против Локомотива, а ярославский клуб не забивает уже 2 игры. Игорь Никитин доволен. Вратарь Сан-Хосе Ярослав Аскаров отправлен в АХЛ, и это после победы. А Лада наконец-то рассталась со своим легионером. Нападающий Энтони Грека покинул Ладу и отправился домой или в какой-нибудь другой клуб, в какой-нибудь другой лиге. Кажется, что тольяттинцы не слишком рисковали, приглашая хоккеиста этим летом. Грека неплохо играл в БХЛ, последние 2 сезона провел в Швеции, но в Тольятти вообще не попал в струю. За 19 матчей он забросил только 1 шайбу, но самое главное, совсем не помогал команде побеждать. Конечно, не из-за него тольяттинский клуб вне зоны плей-офф. Владе долго не могли решиться уволить тренера, а братаж своей работой ухудшал положение. Но иностранец в команде должен был лидером, а если Грека и старался, то это не было заметно. Если не брать иностранные клубы в нашей лиге, то это уже второй иностранец, который уезжает в этом сезоне из КХЛ, не оправдав надежд. Ранее в Витязе кончилось терпение по отношению к Баптисте. Тот, правда, забросил 2 шайбы в 11 матчах, но в большинстве игр выглядел крайне плохо. А ведь он тоже провел 3 сезона в Европе и должен был адаптироваться к нашему хоккею гораздо быстрее. Да, еще во время сезона из КХЛ уехали Клок, Вей, Криштоф, но они перебрались в Швейцарию совсем по другим причинам. Плохи дела у Адела из Динамо, но его все-таки выставили на обмен, а не расторгают контракт. Отставка в ВХЛ. Главный тренер Юнисона Игорь Горбенко покидает свой клуб. Новичок ВХЛ находится внизу турнирной таблицы и практически потерял шансы на выход в плей-офф. И последнее. Нападающий трактора Александр Кадейкин догнал в списке снайперов форварда Барака из Витязя. У них по 15 шайб. И мы, конечно, болеем за Александра. До свидания. За команду, я вот за команду вам еще раз говорю, я доволен, как команда играет. Не получает, бывает такое. Будем продолжать играть, выберемся из этой жопы. Но мы, еще раз говорю, мы играем неплохо.